Куда сюда? Метки нет. Желтая метка, блядь. Я понял, принял, желтая метка. Вот я сейчас найду в этой помойке. Тихо, ну хорош базарить. Зачем нам это слушать? Дробан. Я дробаш узик нашел. Тоже. Боже. Ну я берст, короче, нельзя. Гранаты нельзя, запомните, гранаты. Жар, иди сюда. Дымы, не флешки, ничего нельзя. Запомнили? Да. Иду. Он здесь в туалете. Готов? Да. Слева, справа или чего? У меня то ли второй этаж, то ли первый. А, вижу. Пойду за узиком схожу. Ну, по мне. Я знаю способ. Я знаю способ, чтобы ты молчал, а я сейчас ничего не слышу. Подожди секундочку. Да ну, я гранат только выкидывать, и все это плохо. Потому что я автоматом подбираю уже. Четверку все? Не на что цеплять, каф. Ты можно сказать? А что у тебя за оружие? Слышишь? Сокол. У меня? Да. Дробаш, узик. Нет, тоже самое. Коряк я нашел третьей пушкой. У меня дробаш и бёрс. Господи. Нормально, будем врываться. Нормально, давайте пытаться. Гранаты выкидывайте все. Я их на автомате беру просто. Ну, да и то же самое, но я еще вроде ничего не делал. Я придумал, как поменять себе оружие легально. Я сдохну, вы мне купите, я упаду и снова увижу оружие. Ну, в принципе, в этом что-то есть. Найти чисто, знаешь. А что в этом плохого, я не понимаю? Я так научен, я так мероприятия когда делаю, на слабости испытываю. Как можно обойти правила? По другому пути пойти. Опять актеры? Да не, нормально, вот опять. Зря я соколу на дом, сейчас он сольется. На дроп упадет. У меня парашют есть. Дым взял, нечаянно выбросил, простите. Парашют? Ну нормально, нам пригодится, но сосновку закрывать с узиками. Панциров ноль, блин. Шлема даже нет. На мост, может, слышишь? У меня даже шлема нет. Понял, давай посмотрим. Ну это в моей ситуации вряд ли поможет. Вот это обязательно было. Ну, может, еще придут. Еще соточка придет моя. Господи, граната. Почему вы беретесь? Почему ты автомат хочется бы не взял? Не упал мне в дом. Хочется про миномет спросить. Не надо спрашивать. Это отрицательно. Негатив, знаешь? Ответ. Негатив. Ну, я так по приколу возьму рук там. Или выкинуть. Типа вместо панциря хотя бы. Может, там я пятерых взорву. Вот интересно, как бы ты, когда у Жара увидит каннибала вживую, он ему не втащит за все вот то, что издевательство. Нахер я даже руки пачкать не буду. Несколько лет просто. Почему Денис? Зачем? Чтобы ты хочешь, чтобы я испачкал? Движение здесь. Короче, на желтой доме. Метке есть. На желтой метке еще есть. Я готов улетать. Можешь вызывать, в принципе, вот за этим зданием, а я попробую. Забайся, да. По-любому пойду. Рыжая метка. Рыжая, ужар. Я вижу. Я вижу по миникарке, как ты что-то не видишь. Я на желтый, на рыжий смотрю, на желтый тоже есть. Нет, шлема нет до сих пор, обидно, конечно. А ты можешь вызвать вот за этим зданием? Вот, я здесь уже вызвал. Зачем я вертикалку таскаю, не знаете с собой? О. Изи очко. Тебе дать прицел? Четверку. Здесь второй идет. У меня есть четверка. Блин, гранаты. Тридцать секунд довольт. Гранаты... А, гранат нет. Денис, ну. Канистры можешь кидать. Это не считается за гранат. У меня только бусты, все. И патроны. Я же могу канистру кинуть и взорвать? Это же, ну, не граната. Это же...
Подожди, Дэн, а ты с двумя пушками, что ли, с автоматами? Нет, Сайга. А, Сайга? Сайга и Берст. Не-не, это у меня. Не, это у меня, я вижу, как пропускные кадры постоянно. Хилы на мосту можно найти. Можем на гору упасть сюда, слышь? Не, Сайрон, это мы сегодня так решили. До 22 Хидео. Давай, ну блин, давай. А во вторник? Когда Хидео? Во вторник? Окей. А чё, ты мост закроешь, типа, в Сузик? Да. Мне килы, ладно, там заберёшь у них пушки, ты, да? Ты килов не возьми, не сделаешь что-то. Ты прям вот вызов делаешь. Я гранат, а гранат тоже нельзя. Понял? Тогда не летим. Жар, можно миномет вместо панцира пока миксовать, не? Ну, Хидео, спишемся ближе. Ты пиши в Дискорде. Не знаю, мне кажется, во вторник можно будет. После вот стримов с Ужара, если не вообще его не будет стримить, то можно, конечно. Вот опять а так после 10. Боже. Ну чё? Полетели. Давай, полетели. Мне с этой горой никогда не везет что-то в последнее время. Я постоянно умираю там. Но вовремя ты об этом сказал? Когда я туда хочу упасть, там кто-то бегает. Все меня гасят. Не, у меня не получается обычно. А тут глайдер стоит? Ты не знал? Да, он там появляется. Блин. Это будет драка за УЗИК, патрон. О, шлем, прикинь, сразу упал. Миник. Тут вилмак есть для УЗИК. Гранат, выкиньте. Да не брал твои гранаты, шестерки тут, короче. Ну, вилмаки никому не нужны, пока не спрыгнул. На ПП. Гранату взял, выкинул обратно, спасибо большое. На ПП, два, вот вилмак лежит, каннибал. И жопа на УЗИК тут же лежит. Это есть, сейчас ПП заберу. Сигнальная ракета, вот что теперь? Короче, делать? У меня нету ничего. Сигнальная ракета? Так это же не оружие. Сигнальную ты можешь, это же не оружие. Это не вызывай. Беттер? Нет, блин, дроп. Есть у вас бинты и аптечки? На 5 бинтов. Жди тогда. О, перекрытие на мосту, кстати. Глайдер летит. А можно его... Бинты и аптечки есть? А, могу 5 бинтов. 5 бинтов скинул, давай, здесь. Давайте. Сейчас я буду глайдер сбивать. Сейчас скину. Дождусь момента, когда он будет лететь. Сейчас порыбачим уже. О, парашютист над нами, Саня. Видите? Я что тебе говорил, мне на это нельзя. Справа у нас парашютист упал, алло. Второй слева. Упал наверх. Аккуратнее. Тоже дробашится? Выкинул. Че, убили его, все? Нет, живой. Наверху у сокол, ты в курсе? Он не стреляет, не пойму. Ну он резает наверху. У нас читак долбит. Глайдер. Разве глайдер? Да, глайдер стреляет. Еще парашютист летит, господа. Каннибал, миномет нельзя. Да я просто раз и все. Каннибал, ты сейчас попадешь и будет вообще весело. Ну и будет классно. Понял, попал же. Я тоже твои челленджи буду даже делать, без проблем. Прыгнул кто-то. Да, вижу. Инфинули, понял. Я не знаю. Я сказал сзади, человек. Никто мне ничего не сказал вообще. Залезопазай. Смотри, он специально. Он нормально вышел. Ты... Ну ты...
На лестнице каннибал. Я понимаю. Я дрался. Ползает. Поднимает, слышь? Я внутри. Позади внутрь. Понимаю, каннибал. Ой, понимаю, сокол. Надо еще, надо прятать трупы и снова. Мне нужна аптека, мне ничего нет. На. Еще прилетел. Давай, я тебе скинул. Ну, Денис, ну. Так где они? Они вот, тут, надо мной, прям вот тут, вот на этой штуке. Я понял, сейчас. С дробовика? Да, где, там. Наверху прям, да, на синей метке? Да, вот на этой, да, прям на этой штуке все вдвоем. Угу. Еще один парашютист. Что происходит? Ну все хотят центр сюда. Зона, что? Граната, хана мне. До свидания. Ну так. А, это эти летчики. Клан. А где он? На тарелочке, да, сидит? Да. Спасибо, Морис. Ползи да, куда-нибудь. Я, да? Двое на тарелке сидят, пацаны. Двое на тарелке, да. Прыгнули. Ноль попаданий, я в шоке. И второй это тоже там. И второй спрыгнул. Они внизу оба. Еще один подбегает. Еще один. Перезарядка. Нифига мы с тобой. Хилево я хилюсь. Еще один парашютист пролетал. Снизу могут сзади прийти вот здесь. Вот. Ну ты забежи. Тихо. Ну тихо же, датчик чипов. Вот чуть сишку не взял. Что датчик чипов? Ты вот ремонтник. Что датчик чипов? Нашел. Тима говорит, у меня бракованная, слышите, пацаны? В смысле датчик чипов? Передатчик. Да какая разница? Ну, разница. Гранату в бронежилет не бери, пожалуйста. Не автоматом цепляет. Я могу канистры кидать взрывать, нет? Или нет? Да. Все, закрой рот. Ну, кстати, глайдеры заправим сейчас. Да. На две канистры. Заберешься до глайдера? Ну, ты видишь, где стоит? Ты забыл? А, фу, я вот про этот говорю. Так он же сломан. Ой, я ракету вызываю, Беттер, да? Вызывай, Беттер. Давай, давай. Это важнее. Если что, его пока... Ой, уже раси его подтолкнуть Беттер глайдером в воздухе. Пистолет дымал нельзя, смотри. Это не оружие, сока. Я убил. Всё. Ты лучше дай мне дробин, сокол, если ты, тебе не надо. Давай я возьму. Меня. Давай, дам мне 5 на 9. Да. Ты просто тратишь пустую. Мне жалко. Так, а кому датчик? Я думаю, я сдохну первым. Так что датчик чипов ужаре даем. На, ужар. Чё-то ничего не взять, пацаны. Чтоб ты не летел. Тут труп, кстати, был. Да, тут труп сочный. Сочный? Да, третий рюкзак, дробина у них. Вот дробина это за хорошо. Подвес на дробик. А дробина отвлек... А. Беттер четко падает, на стол прям. На что? На столб. Криминомет перевернет вам. Ну да, на столб, реально. Не, нормально, сейчас об тарелку. Да не, вроде. Нормально, об стол. Ты четко вообще. Вот не... это сокол-вызыватель, дайте сокол покрасить. Да все. Бля. Да я сейчас сделаю, я сейчас сделаю. Отойдите. Не подходите. А че они обе не взорвались? Плохо сделал. Так, и канистры ты все потратил. Да, да, да. Мотик. Вон подтолкнуть можешь едет? Могли толкнуть. Чем? Вон они летят. Ну вот, глайдером. Ну, смотри, смотри, тут у нас он апстоп. Какой план? Не знаю, еще посмотрю тачку, может быть. Пешком бежать, какой план? Ну, может, на парашюте сиганем? Так есть шар, парашют, да? Сиганем. Да вон, с горы есть, прыгнешь и полетишь. Сидишь, Денис, ты чего? Я думал, есть шар. Не думай.
Ну, если ты хочешь машину, вон она на мосту стоит. Охренел, что ли? Ну, чё, быстрее будет. Подождите, я тачку посмотрю сейчас снизу. Вон тачка есть, отлично. Блин, парашют не раскрывается. Ты мог с горы просто прыгнуть. Ну, прыгай с горы, лети тогда, чё ты? Да уже ты далеко, что зачем? Хорошо, давай потянем время. Так, может, мы что, бетер бросаем, да, я понимаю? Ну, так я хочу на тачке бетер перевернуть. Не-не, я просто мало времени, не хочу. Ну или что, на тачке поедем, господи. У меня зазончатый рюкзак для экстренных случаев включу, я оставлю себе, да, пока обычный возьму. Хорош прыгать уже, ты, кенгурист. Только поищи, может, канистру найдешь. Чё? Нельзя гранаты нельзя, так можно было попробовать, нельзя. Нет, только не было канистра. Ага, понял. Короче, миномет тебе можно вместо панциря. Ну, ну типа, так. Если одно, либо другое. Или все вместе, да. Чтобы миксовать. Ну. Я бы даже не справился. Кто у нас ремонтник? Можете вон. Броник почините, создать мне с собой, я его понесу. Да уснул 39. Я не ремонтник, я медкомплект взял. Хера. Да, кис, согласен. Сейчас что-то случится, я перевернется, наверное. Вот так вот. Тихо, готово. Ну что, газуй, что? Я хаваю аптеку. Спасибо, Ром. У нас тут челлендж. Жар, я не знаю, что будет с беттером. Это шорт, да, сокол? Сокол. Да, живы. Я чуть не стошнило. Давайте, успеваем, 40 секунд. Это было, знаешь, как щучкой в море просто. Ну, я даже так не умею в жизни прыгать. Так, я надеваю зазончатый рюкзак. Нет, еще рано надевать. Вот здесь ногнутые. Вон чуваки на желтой метке тусуют. Мы хотим захилиться, Денис. Я понял, я ничего не говорю, я просто метки вам ставлю, где вообще люди есть. Вы начинаете. Мы захилили, каннибал. Ну я нет. Я не хочу, хочу спокойненько. Мы же команда. Пусти перед нами, да. Минус. Видишь, да, стреляют? Я к вам хочу. Я иду к вам. Мы сами к тебе идем. Я в профиль стал, чтобы нас спонсоры видели. Давай. Поехали. Из бетер беречь надо. Бетер наше все. Конечно. У меня ремонт есть. Еще. Нам на горе остаться надо. Принял. Мне с собой зазончатый на рюкзак. Стоят люди, видел? Да, вижу. Не, Денис, ну, стахарова. Поехали. Поехали. Что, дробаши килы доставай, да? Давай. Я все равно свои киллы не сделаю. Попробуй, братан. Короче, ты давишь, мы катаемся. Ну, серьезно? Давай так. Сокол, надо... дал бы мне за руль сесть, а 200 да, рублей да, заработал. Да. Блин, на натуре что-то. Не, сотку ты заработал. Ну, сотку хотя бы, да. Ну, Жар на себя играет, понимаешь? Я давай, скину, Ром. Я скину тебе. А мне скинешь 10 тысяч? Скину, мне скинешь? Да. А вон, вот, видел, видел? Я вижу. Где? Вот, вот за деревом, вот перед нами окошко, прям. Да. Вот дерево. И это. Один слева еще один. Не двое, понимаю. Двое. Кто, с дробашом будешь походить около? Я хилюсь. Можно, да? Снизу еще бегут, желтая метка. Да куда ты едешь? Я двинусь вот сюда, все, чтобы контрить их, хилься с удовольствием. Ну, трупы их нужны. Ну, я тут с усика вообще не о чем. Ой, блин, я переоделся в жопу в какую-то.
Спина, спина. Желтая метка. Давай съездим. Я сяду, пожалуй. Да зачем? Они придут сейчас, он нет. Хотя да, у них панцирь может быть. Ты сейчас опять заберет. Ну так убивай, я не знаю, давай. Ну, начальник, что надо еще выпить. Один зайти. Он мертв, сокол. Да, я понял, что. Там упреждение надо пол этого метра. Полметра. Да? Надо просто стрелять в другую сторону. Возьми за зон 4 рюкзак, сокол. Я он там уже вбитый, нет, разве? Нормальный, половина. Да я забрал. Даже тут не успеваешь. Странные гранаты, боже. Короче, у меня 13 бустов, я буду пол фул полоску держать. Вон, ну. Пацаны, бегу, Дэн. Почини беттер. Я не узнаю, как там стрелять. Извините. Бери упреждение вверх. На сколько? Ну, мы сейчас поедем вот сюда вниз, там 3 человека. Будешь... Там панцирь будет, мне кажется, надо рядом. Дай этого, блин, чуть-чуть брать этого. Дробовика чуть-чуть есть? Подрамчиков. На. 15 штук. Кинул? Ой, спасибо огромное. Все, поехали. Ну еще дофига. Хватит или еще? Что, хватит, все, хватит надо. Чинить, хватит. Сейчас панцирь будет. Надо как-то слабого найти из них. Да не в термопасте его сделали. А с утконосом лучше стрелять или без него? Что-то мне не нравится с утконосом. Да ты что, играй на удовольствие. Долбит бедра просто. Плюс 50% раздроими по вертикали. Такое себе нафиг. А что ты стреляешь? Ты можешь на ту сторону переехать вообще? Потом хер заедешь. Сможешь там починить потом? Бункер, смотри, есть еще. Бункер, выйди. Давай этого выдавим, чтобы он перестал стрелять. Если не буду трогать. Граната пошла. Так, ладно, останемся с заборами тогда. Сейчас надо синее, чтобы вышло. Помните, что они сейчас делают? Вот сейчас, если сейчас... Вот сейчас надо уходить, даже взрыв раньше будет. За забором? Нокнули этого. Доел этого. Тут смотри, на камне. Жан, не надо с ним, пускай. Да я ничего не делаю. Сейчас он выйдет вправо, я его трахну. Слева смотри, сокол, что там налево. Смотрю. Ты не там смотришь. Там под забором стоял. Сейчас побегут, и я подбегу к этой штуке. Ноги что ли, мои видно, не пойму. Подбегают с гранатой. Гранаты. Да, уже один здесь, уже один около вышки. Я знаю. По нему вообще сбоку не стреляют просто, как будто бы. Ты под заборами. Они вот туда перебежали, слышь? Я внутри сижу, вы сидите там, нормально. Нас зарвут сейчас. Плохо. Я стреляю только по дыму, мне похер. Серж, а что, забор можете лечь? Нет вообще или что? Или там есть люди? Я на вышку там залез. Там есть люди за забором! Тут вот! Я проверил. Может зачем сюда похилиться? Он ползет. Нокнул. Туда, хорош, здесь нокнул. Рыжая. Он вот тут лежит. Спереди нокнул. Не спеши. Надо пушить их. Не надо, я на вышке сижу. Чё ты собрался пушить? А чё не надо-то? Они резают друг друга сейчас. А, ну давай. Ой, там двое. Чекают уже. Один ну? Остался. Сзади один. Вот этот, я хилюсь. Ползающий. Я поднять успеть можете? Я дохилиться должен. Я залез. Быстрее. Бегу, два бегу. Тика. Ты все, умер. Закрой рот. Я резаю. Ну я и рисую. Идет вперед, вот сюда, вот передо мной. Справа. Еще. Еще раз.
Здесь лежит, лежит. Ой. Подожди, а ты с чего кинул-то? Сковородку кинул за беттером. Да. Хорош. Что за чудеса? Хорошо. Не, ну такое надо за десятку.